вместо кусочка лимона дают вот такой лимон-джюс. Да, уже подлетели к Канарским островам, смотрите. Вау. А вот там огромная гора. Это что-то нереальное вообще. Ребята, за границей! Это мы! Заграничники! Все, друзья, мы уже в аэропорту, в самолете. Уже сейчас отправляемся в путешествие на сказочный остров Тенерифе, на Канарские острова, сказочное место Тенерифе, остров Вечной Весны. Мы, наверное, в ближайшие 2 месяца будем жить там. А сейчас прощай, прощай, Австрия. Нам очень понравился этот город, очень классный город, очень классная страна. Хоть сейчас январь, конец января, но все равно... Здесь просто бомбически красиво. Нам лететь 5,5 часов. Это австрийские авиалинии. Ну, они, правда, какие-то очень простые. Здесь даже бизнес-класса не было. Вот, поэтому обошлись только экономом. Вот, то есть во всем самолете нету бизнес-класса. Очень похож на такой какой-то, ну, дешевые перелеты. Такие супер, такие чиповские. Вот, но при этом цена, ну, такая адекватная. То есть получается, где-то мы на всех заплатили. Ну, в среднем билет стоил где-то в районе 17 тысяч рублей из Вены на Тенерифе, 5 часов перелета. Так что теперь летим, через 5,5 часов мы будем в сказочном месте. Интересно, вместо кусочка лимона дают вот такой лимон-джюс. Его добавляем в чай. И у вас получается чай с лимоном. Вот это уровень. Из еды здесь макарошки, но они в сливочном соусе, мы так не кушаем. И вот здесь была картошечка вкусная, но они там тоже с курицей. Опять же, не то, что мы любим. Но чай с лимончиком – это самое то. Да, уже подлетели к Канарским островам, смотрите. Вау, это лосы такой длинный, вытянутый. Он очень красивый, он в облаках вот есть. Смотри, что я не придумала. У нас лежит канапия. Тут Эльза колдует. Они на стекле, а получается, как будто рисун Гельза заколдовала. Вот там ведь виднеется уже остров, а вот там огромная гора. Это вулкан, скорее всего. И мы сейчас летим на его уровне. Это что-то нереальное, вообще высота просто, просто потрясает. Очень много работающих ветряков, отсюда они хорошо видны. И побережье застроено домиками. Это север острова, а мы сейчас вот-вот и приземлимся уже на юг острова. Даже какая-то промышленность есть, что-то получают, типа электроэнергия, что ли. Да, скорее всего, здесь вырабатывают энергию как раз от ветряков. И дают ее в электросети городов. А вот это... Интересно, какие-то сооружения, но это не похоже на солнечные батареи. Хотя нет, да, это солнечные батареи. Правда, какой-то цвет очень темного, будто в пыли все. Да, место такое, на самом деле, пустынное немножко. Растительности не так много. Это был классный полет. В принципе, прошло все очень быстро. 5 часов, и мы в раю. Здесь просто фантастически красиво. Но наш самолет прилетел, и, видно, припарковаться решил не у аэропорта. Видимо, нас будут довозить сейчас на автобусах. Ну, ничего. Здесь тепло, хорошо, так что без проблем. Супер красиво, да? А погода какая шикарная. Приехали, просто вообще идеальная погода. Самая идеальная погода. Друзья, вот аэропорт, мы уже вышли из него. Сейчас берем такси и едем в наш отель. Шикарный отель. А там, кстати, самолетики красиво. Океан и самолетики, Атлантический океан. Смотрите, какие красивые цветы. Это просто бомба какая-то. Кстати, видите, как здесь такси? Такси надо ждать. Да, такси. Ну, то есть там не надо. Я прошел внутри, посмотрел, там столько людей рентуют тачки. Прямо очень много. Очень, там очереди нереальные, чтобы рентануть машину.
Вот, а мы сейчас ждем, подъедет большая машина. Да, именно все, кто приезжают сюда, просто берут машину, видно, на недельку, там, на другую. Чтобы быть на... Да, а нам нужна все-таки, ну, машина, да, попутешествовать, да. В общем, ждем сейчас тогда такси, вот, наверное, наша и подъехала. Тут все по очереди. Да, ну что, погнали. Погнали.